Тикток меня выкинул, я обратно вошла. Написано, наверное, на центре, да? Хотя написано, что у меня прямая трансляция полтора часа. Я написала до полдвенадцатого, и она прекратилась. Ну ладно. Я опять вернулась назад. Песня Фанда. Гроза. Предчувствие грозы. На стихи Миры Лохвицкой. Так, еще 15 минут. Я не знаю, почему ТикТок меня выкинул. А, не, запустил обратно.
Я смотрю, 760, 810, 825. Давайте 1000 наберем. 870, 885, 900, 915, 930, 945, 975, 990, 1000. Yes! Спасибо, кто смотрит. Еще столько у меня никого никогда не было народа. 1000 человек. Все. Heart to heart, сердце к сердцу. Поцеловать, свет придет.
Песня «Сердце к сердцу», «Heart to heart». Я написала эту песню в 2015 году на стихи Анны Ахматовой. Все песни, вот, которые я сегодня играю, можно все посмотреть на всех платформах, на YouTube, на Spotify. Набирайте, вот как «Вау, 2000 человек!» Это мой самый, наверное, успешный концерт. Ну, то есть, столько народу, стадион, да? Так, последняя песня. Как я и сказала, моя музыка родилась в Берлине. Сначала это было все спокойно, под алкоголем, под наркотиками. То есть я вела долгое время нездоровый образ жизни. Уже на грани смерти была, можно сказать. Потом все бросила. И сначала начала на акустической гитаре играть, а потом постепенно перешла на спорт. Я также раньше была спортсменкой, спортом занималась много. Ходила в музыкальную школу, вела здоровый образ жизни. А потом любовь. Верни мне вновь свои видения. Ну и покатилась, начала пить, начала курить. Начала наркотики употреблять, ну и это все долго очень длилось, но успела написать песни, которые вы сейчас слышите. И
Да. И в 2010 году, 14 лет назад, я все бросила. И курить, и пить, и наркотики. И посвятила свою жизнь только музыке. Не только музыке, живописи. Я также художник. Так что... Кому интересно, можете картины посмотреть тоже. Смерть осуждены, слишком ранние
предтечи слишком медленной весны. Дерзновенны наши речи, но на смерть осуждены. Слишком медленной весны дерзновенны наши речи. Но на смерть осуждены. Слишком ранние предтечи, слишком медленной весны. Песня «Дети ночи», «Children of the Night», на стихи Дмитрия Мережковского. Я написала эту песню в 2013 году. Так, это был мой концерт. Как я и сказала, с 10 до полдвенадцатого вечера я играю концерт. Я, конечно, могу еще дольше играть, но не буду вас мучить. Так что спасибо, кто смотрел. Спасибо, кто проспонсировал, и у вас еще есть возможность проспонсировать, если хотите. И также на YouTube, на ТикТоке, там у меня есть такая функция donation, то есть буду очень благодарна. Спасибо. И еще хотела вам сказать, вот смотрите, у меня сегодня концерт был, вы заметили. Ну, кто будет смотреть мои концерты или кто мои концерты смотрит, то вы увидите, что у меня постоянно новый лук. Это тоже, я сказала, я художник, сейчас уберу вот это. Видите, это футболка, это графическая работа, моя картина, и я сделала графическую работу, это я график-дизайнер. И сегодня, вот это у меня сегодня концерт был с этой футболкой. Футболки можно заказывать на Amazon разных цветов, разных размеров по всему миру. Потом, видно было или нет сегодня, так, что там? О, вы стол видели. Это он у меня сдвинулся, видно. Смотрите, еще хочу вам показать. Это тоже моя обувь, это мой дизайн. Называется «Night Demon», «Demon der Nacht», «Night Demon». Это графическая работа, которую я нарисовала, а потом сделала. То есть я работаю с одной фирмой, которая делает вот такую обувь. То есть тоже очень стильно, ни у кого такого нет. Если хотите, смотрите, у меня там линк вверху. То есть у меня очень необычная одежда, очень необычная музыка, необычные картины, все самое необычное для необычных людей. Так что, народ, следите за моим творчеством, подписывайтесь. И я сейчас говорю по-русски. I speak in English too. By other concerts, and I said about my T-shirt. You can order my concert on Amazon. Concert, my T-shirt, and my shoe. Shoe is available on Etsy shop above. Link above. You can. Und auf Deutsch sage ich auch, weil ich in Berlin lebe schon seit 20 Jahren. Ich lebe in Deutschland 24 Jahre. Und meine Musik ist hier geboren. Und ich wollte sagen, das T-Shirt. Ну,
kann man kaufen bei Amazon. Und auch Schuhe, das habe ich heute angezogen extra, um zu zeigen, was ich für tolle Sachen besitze. So, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, schönes Wochenende und nächste Woche Freitag, genau dieser Zeit, 10 bis halb 12, ich gehe wieder live und ich spiele andere Lieder. Vielleicht auch die gleichen Lieder, aber nicht, mein Programm ist nicht immer gleich, immer verschieden, ja? Deswegen wird er schon feststellen, ich bin immer verschieden, immer neuer Look, immer neue Haare, immer alles neu. So, schaut euch an. Vielen Dank für Zuhören. Seht ihr, wie glücklich ich bin? Es ist immer, ich spiele Konzert und Musik, das ist das Beste, was es gibt. Ne? Das macht so glücklich. Und ich hoffe, ich habe auch viele glücklich gemacht. Gesund und glücklich. Bleibt gesund. Und vielen Dank für Zuhören. So viele Menschen haben noch nie meine Musik gehört. Das ist eine große Freude. Спасибо всем. Vielen Dank. Thank you very much. И мира, и любви всем людям на земле. Везде мира и любви. Только мир и любовь. И ничего другого. Давайте, пока. Всего хорошего.